Корюшка. Пожирается самцом гомолопсиса. Как раз для чего показано, для чего им растяжимый, помимо ужеобразной конструкции, растяжимость на ротовой полости, как у удавов. Потому что шаги идут на одной стороне, а челюсть, которая к нам, она просто подтягивает вслед за перебирающей конструкцией. Основное перебирание идет в районе спины рыбы. Это фишка водяных змей для проглатывания высокотелых рыб. Таких специализированных водных змей. Когда уже пошла сужающаяся часть добычи, очень удобно подключать мышцы пищевода. Уже так на зубленные кости челюстей уже так в такой степени нагрузка не ложится. Все, вуаля, уже хвостик. Корешка в Ашане есть. То, что вообще проблема решается великолепно.